Ульяновский производитель шторной фурнитуры захватил рынок. Молодая предпринимательница Ирина Горелова во время ремонта в собственной квартире обратила внимание на свободную нишу и решила открыть свое дело. Сейчас ее товарам ручной работы нет аналогов в России. Нашей компании полтора года. Идея вообще пришла с того, что я себе домой заказывала шторы и не могла найти красивую, качественную фурнитуру. В нашем городе, к сожалению, очень мало компаний и вообще салонов, которые представляют такой большой ассортимент. Да, ассортимент действительно внушительный. Несмотря на узкую нишу, выбор огромный. В салоне можно найти кисти, тесьму, декоративные ленты, подхваты и держатели. Большинство товаров делаются вручную, но где-то не обойтись и без техники для ускорения процесса. Это уникальный станок полного автомата. Он устанавливает вот такие клепки, и в России аналогов нет. Товары пользуются широкой популярностью среди мастеров по пошиву штор, текстильных и интерьерных дизайнеров. Благодаря такому сотрудничеству и индивидуальному подходу до конечного покупателя доходит уникальное предложение для их интерьера. Важно отметить, что в производстве используются материалы отечественного производства, а свои продукции ульяновцы замещают зарубежных производителей шторной фурнитуры. Поэтому товар пользуется огромным спросом по всей России, а также за рубежом. Была идея изначально работать только на Ульяновск, но с введением социальных сетей нам начали приходить заказы из Владивостока, Калининграда, Москвы, Новосибирска. И постепенно это все переросло именно в большой интернет-магазин. Компания активно участвует в выставках, благодаря этому клиентская база постоянно растет. На будущее целей и планов много, планируется закупить новое оборудование и масштабировать производство. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.